Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Госдума, Плеймарк, Дэн, Кисьми, Угабуга, Итучка, Гусанёк. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет, йоу. Всем Плеймаркета. Сегодня у нас будет класснючий ролик, будем выживать в гигантском лабиринте и мочить Соника. Оружие находится на вышке, и Соник его защищает, поэтому мы должны добраться до вышки и каким-то образом заполучить оружие, чтобы убить Соника. Это первый раунд, и у Соника всего 5000 жизней. А в следующих раундах у нас появятся порталы, и у Соника будет 20 тысяч хп. Поэтому смотрите ролик до конца, в конце будет жестко и весело. Если хотите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Погнали! Кстати, должен кто-то пожертвовать собой для того, чтобы другие смогли взять оружие. Пацаны, вы сможете это сделать? Мы уже приближаемся к вышке. Так, пацаны, давайте делаем какой-то план действий. Как мы будем действовать? Как-нибудь. Не-не-не, не сюда, не сюда. Да. Я вот он. Забираюсь на вышку. Ой. Он уже, ты на вышке оружие взял? Красавчик, молодец. Блин, не сказал. Замочил, да, одного? Блин, это очень опасно. Так, как же его обмануть? Я буду начинать его мочить. Давай, давай. Бей его. Молодец, давай, ты его вынесешь. Так, Плеймарк, а ну отойди, я попробую тоже забежать. Ну, Санёчек, только ты ж меня можешь убить. Где он? Он меня глушил. Так, шкеримся. Быстрее. Сидим. Он на меня. Быстрее ко мне, ребят. Мы бежим. Ну, Санёчек, мы идем спасать тебя. А где он? Он же может невидимым вставать, вы помните этот прикол? Вот он. Так. Красавчик, Гусанёк, ты спрыгнул, да? Мочи его! Прикольно получается! Ого, аж осколки летят на меня! А, вот он! А сколько у него жизни? Ты у тебя совсем мало вынес жизни, мы должны как-то забрать у него оружие. А, блин! Нет! А, он оторвал мне голову, смотрите, я без головы лежу! Вот это жесть! Я его скинул быстрее. Так, а где он? Кстати, электрошок очень мощный, пацаны. Он там не пройдет. Через узкие места. Ну да, а он может резко стать видимым и убить меня? А! Блин! Нет, пацаны, ё-моё! Опять анимация! Ого! Резко лежу. Да тише. А! Да отвали ты от меня, пацаны! Он за мной охотится! Мочите его! А где ты? Да вот он, смотрите! У него 1900 жизней, вы сможете его замочить. Опа! Он не может прыгать, как я. Вот весь прикол. А! Ого, блин, возле меня прыгает. Так, вот он. Надо бежать. Пацаны, молодцы. Хорошо мочите. Вот этот снаряды летят. А! Ай, блин, возле меня все. Осторожно, новые башмаки. Так, я его обманул для того, чтобы он меня не видел, где я бегаю. Отлично. Ого, валяются наши там тела. Блин. Только ж меня не мочите. Пацаны, дайте мне оружие какое-то взять, я тоже хочу его понагибать. Во! Вот теперь у нас есть мощь. Где этот челик? Все, ждите его, он может стать резко видимым и уже быть при этом наверху. Блин. Во! Вот это моща. Так, где он, вы видите? По-моему, нет еще. Блин, он сейчас тут появится, пацаны, я прям чувствую. Правильно, вот это что? Кстати, хорошая идея вот этими пингвинами бросать. Да, где-то там бегает. Вот это я там крышу все. Что ты сделаешь там, голова? Вот это мы психи. Блин, 100 хп. О, Кисьми-Угабуга, молодец. Первый раунд окончен, сейчас будет второй. Во втором раунде у нас будут теперь лежать более мощные оружия, даже мощная корабельная пушка и портал, который ведет нас сразу к пацанам. Давайте я покажу, как он работает. Чпоньк, и я уже здесь. Вы готовы? Да. Раунд номер два начался. А он там возле портала нас чекает? Ну ничего. О, я застрял. Есть, я прорвался, пацаны, отлично. Так, я бегу наверх. Я слышу его противный звук, вот он. Он одному из наших голову оторвал. Так, он идет. Осторожно. Блин, какой он страшный. Блин, я хотел спрыгнуть. Ай, головешка моя. Мы потом по телам сможем определить, сколько у нас там было. Пацаны, я сейчас жертвую собой. Готовы? Нет, я пошутил. Нет, пожалуйста. Ай, вот он, блин. Осторожно. Он исчез. Отлично, бегите. Блин. А,
Ах ты, блин, вот смотрите, как ему голову отрывает. На. Пацаны, я сейчас делаю... О, пока анимация, надо прорываться. А, блин, ну нет, не надо. Ай-яй-яй. Так, слышь, это читерский стрелят на входе, я тоже так хочу. Да блин! О, отлично, молодцы! Отлично, пацаны! Все, бегите наверх! Ребята, получилось! Получилось! Так, я тоже бегу, пацаны! Надо оружие, чтобы у всех появились! Давай, давай, блин, там туловище валяются чьи-то! Отлично! Там пушки мощные, которые отнимают где-то по 200-300 хп сразу! А, ну не по жопе ж мне! Так! Во, пулемет! Пушками давайте, пацаны, только на большое расстояние в притурку. Не стреляйте, мы умрем все! Не надо, не надо пушкой, пожалуйста. Так. А! Он сзади меня, пацаны! Ого, вы его скинули! Вот это было эпично! Вы скинули его? Да, 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 волосы! Так, я прорываюсь. Я должен успеть. А! Ну ты же и липа! Ха-ха-ха! Блин! Пацаны, у кого-то оружие есть? Нет! Он пугает. Есть, один прорвался. Нет. Блин, не получилось. Как же его обмануть? Так. Он на месте стоит, там эта обманка, пацаны. Есть, один прорвался. Беги, быстрее, беги, беги, бери оружие. Где? А ну, блин, я хотел его на пон взять, чтобы он отвлекся. Блин, он головы рвет нашим только так. Сколько же тут туловищ валяется. Красиво. Тихо, 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 мужик. Ой, прыгнул. Беги, беги. Есть, быстрее, быстрее, быстрее. А, блин, не дает нам никак пройти. Там кто-то побежал. О, есть, оружие взял кто-то. Не щади его. Я умер. Блин, еще одному оторвал голову. Так, мы уже выше, пацаны. А через стекло нельзя оружие взять никак? Наверное, нет. Мы же высоко. Ну, оно же высоко. Ну, блин, голова ты пластиковая, не мешай. Я боюсь тебя. Ой-ой-ой, аж брызгает сюда все. Есть. Блин, да попытка хорошая, туда можно, в принципе, допрыгнуть. Короче, надо как-то брать оружие и сразу спрыгивать вниз. И мочить его с-под низу. Как мы возьмем, он же какой-то железный. Ну, пацаны, давайте думать, тактику какую-то. Так. Ну, он там стоит. Это он сейчас к нам подойдет. Ах ты, блин, хитрый жук. Пацаны, это страшно. Блин, а. Да, случайно. Так. Да нет. Так, сейчас я пожар... Блин, да как нам это сделать? Слышь ты, а сколько у него жизни? А мы отняли у него нормально жизни. Эта пушка очень много отнимает. Все, пацаны, смотрите, что мы сейчас делаем. Я резко подхожу и делаю так, чтобы анимация сработала ниже. Смотрите. А ну. Что ты, жук? Ну, прыгай. Блин, а что она не сработала так, как надо? Ну нет, мое туловище вниз улетело. Ого, же сколько лежит внизу людей, это просто жесть. Давайте посмотрим, сколько. Там много, смотрите. Ого. Можно посчитать, сколько я ему уже голову поотрывал. Слышь ты, псих. А где он? Он там невидимый. Блин, слышь ты, читерила. Есть, молодец, бери оружие и спрыгивай. Давай, давай, давай. Отлично, отлично. Есть, пацаны, прорвались. Все, он мочит. Ах он ты. Главное, что у одного есть, он теперь под низу может его мочить. Потихоньку отнимай оружие, это, в жизни у него. О, ты еще взял мощную пушку. Все, пацаны, отходите, он его будет мочить. Не, не себя, ну что ты сделал? Я знал, что у нас очень мощная команда. Молодцы, пацаны, молодцы. Он мне выйти не дал, он мне выйти не дал. Я знаю, надо спрыгивать было вниз тебе. Так я не мог. Блин, как же ты прорвался там, а? Так, думаем, думаем, думаем. Вот тут очередь, как будто отойди. Ну. Так. И вот надо было сбоку. Блин, а как пропаркурить? А, видите, как он стал возле стекла, что пропаркурить нельзя было? А, и еще одному голову отрывает. Кидает, как тряпки нас. Ну нет. Нельзя. Ну что это сейчас было? Что? Я как-то в текстуры залез во время анимации. Слышь, дай пройти. Слышь, так ничего. Есть, пацаны, давайте сзади, 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 пробуйте. А нельзя там. Он не дает. Он не дает. 7700. Блин, мы ему нормально вынесли. Пару косаря есть. Есть, гусанек, давай, молодец. Толкайте, толкайте его. Да ну блин. А его можно толкать? Хорош. Блин. Соник, ты можешь успокоиться? Нет. Да блин. Пацаны, есть, я взял пушку, а вот теперь ты, слышишь, голова. Отходите все, отходите. Дайте пушку. А где он? Дайте пушку взять.
Взяли, взяли? Я к вам бегу. Все, пацаны, давай, заходи, заходи. Да тут трупейшн, вонючка. Мочим его. Вы его видите? Я тоже буду стоять бросать, пацаны. А во время невидимки он может урон получать или нет? Да. А это хорошо. Блин, 64 хп осталось. Он тут на вышке был. А? Я его скину. Отлично, молодцы, пацаны. Мы лучшая команда. Да ну не я, ну мы. Алло, ну что? Ну иди, что тут делается? Просто жесть. Остановитесь, остановитесь. Не стреляйте. Да хорош. Да все нормально, пацаны. Я свой был наполовину. Он на вышке, он на вышке. Мочите его, мы должны его замочить. Он же на вышке, все. Все, он забрал вышку опять. А блин, оружие осталось у кого-то? Нет. У меня есть еще. А, спрыгивай, беги, ну что ты делаешь, ты пожертвуй. Надо было оттуда сдалека мочить. Так, сколько у него жизни осталось? 6700, блин, мы всего 1000 вынесли. Дэн, давай, жертвуй с собой, я знаю, как его отталкивать. Давай я пожертвую. Давай. Готов? Да, раз, готов. Два, три. А как ты отталкиваешь его? Давай, давай, проходи, проходи, проходи. Давай, давай, толкай, толкай, толкай. Сейчас, сейчас. Да блин, он давай, всем бошки рвет. А что со мной приклеился? Смотрите, как вот эта анимация выглядит. Отлично, гусанечек, ты молодец, ты догадался, как его откидывать. Кулаками, да, свепс, просто кулаки берешь и все. Да. Красава, красава. Ну что, пацаны, теперь у него не осталось ни единого шанса, чтобы... Только все, как трупы летят вниз, ну ё-моё. Отлично. 6000 жизней осталось, мы уже вынесли практически половину. Так, где я тоже беру это оружие, так... Вот, называется оружие Fists. Все, давайте, я готов. Нападаем на него. Давай, не, давай, давай, я пойду. Жертвуй. Давай, толкай, толкай, толкай. Хорош, хорош, хорош. Ах ты, какой прыжок. Неужели он этим прыжком сразу... Есть, гусанечек, молодец. Спрыгивай вниз. А ребята напишут в комментариях, кто лучше оказался, Соник или мы. Так, готовьтесь, готовьтесь. Блин, он порвал ему. Когда оружие взять? Да ну ёкалэмэнэ, бейте, бейте, бейте! Давай я туловище уберу. Валите отсюда. Гурьба целая! Выходите! Пацаны, ловите, там туловище летят немножко. Так. Тоже оружие. Все, пацаны, берем оружие и спрыгиваем с вышки, будем сдалека его мочить. Отлично. А вот это хорошая тактика. Так, что еще из оружия? Во, пулемет есть. Так, будьте внимательны, кто его где-то увидит, сразу инфу давайте. А даже никнейм, да, не будет подсвечиваться, если он в невидимке? Он на спавне. А, он на спавне? А ну-ка, перевеличим. Да. Вижу. Да, вижу, вон он. Блин, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Я попадаю чуть-чуть. Отличная тактика. Его надо обойти, чтобы его лучше видеть. Нет, а надо, он до вышки, по-любому сейчас придет. А он может в порталы заходить или нет? Да, да. Он может в портал зайти. Надо чекать портал, пацаны. Вот там, короче, возле портала, да. Вот он! Я его видел! По порталу все стреляйте! Стреляйте в портал! Он когда появится, мы его замочим. Вот он! Он зашел, пацаны, он идет к вам. Так, надо отсюда его мочить. Где он? Где? Я же знаю, что он сейчас поднимется. Пацаны, если что, спрыгивайте на бортик ко мне сюда. Я сразу к тебе. Интересно, он сможет к нам сюда допрыгнуть или нет? Нет. Так, где пушка моя? Вот он! Есть! 3000 хп! Ого, конечно! Блин! Ай-яй-яй, я что, сам себя убил? Блин, он что, живой еще? 2000 хп, у него 2500 хп. Пацаны, осталось немножко. Ну это я был. Это у нас главное играть в команде, правильно? Мы хорошо играем. Да, да, да. Так, я бегу. Я его видел, он внизу, пацаны. Он внизу, да, был внизу тоже. Так, я бегу со всей силы, не успеет до меня добежать никак. Так, быстренько хватаем оружие. И на бортик. Это было мощно. А где моя пушка? Пацаны, вы его видите? Пока нет. Ой, блин. На бортике, а на бортике. Ай, он за мной, пацаны, он за мной.
Я это чувствую. Поскольку он борт есть. Там 1000 хп у него осталось. Я его должен убить. Я встал. А, он меня убил! Он мне голову оторвал! Ах ты жопа! Ну давайте, пацаны, мы должны это сделать. Осталось немножко. Блин, он где? Блин, там уже трупейшины валяются в портале. Одна голова тут, ноги там, прикольно. Тихо, я иду, пацаны, я иду. Быстрее, дай пройти, дай пройти. Оружие взять надо срочно. Пушка, пушка, пушка. Ого, там шары летят. Мы пси! Ну, пацаны, ну это я был, ну и пучка. Быстрее, ускоряемся, пацаны. 79 хп, кто-нибудь пожарит. Интересно, кто его выиграет? Кто будет лучшим игроком, кто его сможет замочить, пацаны? А где он? А где он? Он сейчас будет очень аккуратно играть. Слышь, ты шкировоз, ты где? Так, я хожу. Где он? Где? Где? Убил! Есть! Кисма убабуга! Молодец! Ты один из худших игроков за сегодня. Красавчик! Ребята, если вам понравилась такая рубрика, где мы делаем прикольные темы с порталами и оружиями, обязательно пиши «давай еще». И мы сделаем еще жестче и еще мощнее и более продуманно. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!